Быть трудолюбивой и ответственно подходить к поставленной задаче – это то, что отличает Любовь Григоренко, химчанку, которая уже 9 лет трудится в объединенном городском хозяйстве дворником. Вместе с мужем они переехали в Химки из Ростовской области и влюбились в город с первого раза. Все едут в Москву работать, решили попробовать поехать поработать. Устроилась, понравилось. Так и работаю. Очень много людей меняется, приходят, уходят, многие возвращаются, как бы… Ну, я не из таких людей, чтобы уходить, кого-то как бы предавать. Нет. Вот работаю, работаю. И может отношение как бы начальство, как бы стабильная зарплата, ну, как бы это мое. От трудолюбия и тщательного подхода к своей работе напрямую зависит и настроение химчан, говорит Любовь Григоренко. Ведь результат ее труда – это то, что в первую очередь бросается в глаза прохожим, которые каждое утро выходят из дома на работу. Распорядок дня. Подъем в 5 утра. Это когда нет большого снега. Если большой снег, подъем в 4:30. 4:30, то есть. В первую очередь мы идем чистить площадь, если большой снег. Потому что это в первую очередь. Потом уже… Смотрим, если успели почистить площадь, отправляют еще куда-то. Нужно контейнерные площадки убрать, где-то детские площадки почистить, где-то тропинки почистить. Ну, вот так до 17:00. Мне нравится приводить город в порядок. Очень нравится. Конечно, не нравится, когда мусорят. Это не нравится. Но нравится сделать чистоту, чтобы людям было хорошо жить. Мусора в городе очень много, поэтому много и работы, говорит Любовь Григоренко. С одной стороны, женщине хотелось бы, чтобы урн было побольше, но вместе с тем некоторым гражданам не хватает сознательности. Иногда думаешь, что вот хотелось бы, конечно, чтобы люди тоже обращали внимание на то, чтобы было чисто, старались держать город в чистоте. И нам будет легче, и людям будет хорошо. Ну, увы, иногда это… Не получается. Пока есть у меня такая вот возможность, убедительно прошу людей не выносить из дома пакеты с мусором и ложить их в урны. Потому что потом урна уже забита, и людям бросать мусор некуда. То бишь он получается на газоне. И этим мусор становится больше мусора. Люди разные. Ну, больше, конечно, благодарных. Людям тоже нравится, когда мы им делаем хорошо, чисто, дорожки чистые, снег убираем, мусор убираем, хотя мусора бывает очень много. Не раз отмечали добросовестный труд Любови Григоренко и в администрации города. На праздниках ее удостаивают благодарственными письмами и наградами за то, что из года в год следит за тем, чтобы улицы и тротуары были чистыми, а дворы и парки ухоженными, чтобы вокруг был порядок и уют. Это дает положительные эмоции и удовольствие от работы. Ну а все остальное химчанка получает от родных и близких. Я мечтаю, чтобы дети были счастливы, здоровы. Поэтому хочется, чтобы вот так же у меня есть внуки, и также хочется, чтобы дети играли на чистых площадках, чтобы снег был почищен, чтобы мусора было меньше. Это тоже как бы мечта, чтобы город был чистым, чтобы детям было легко дышать.